Друзья мои, всем привет! С вами Ромео, на своем канале «Вторая жизнь комнатных растений». Друзья, у меня было недавно день рождения, и мне сделали подарок. Вот этот прекрасный платицериум. Оленьи рога. Бифуркатум, еще его называют. Оно такое классное, оно такое красивое, большое, объемное. И в принципе неплохо смотрится в этом горшке. Я его временно поставил в этот горшок на фитильный полив, ну, чтобы вот стоял, ждал того счастливого дня, той счастливой минутки, когда я им займусь. Вы знаете, мне очень нравится на канале «Красная Нива». У них вот олени рога растут в корзинах, такие большие корзины. Прям огромные оленьи рога. Я не знаю, эта корзина вся обросшая, заросшая. Они делят их постоянно, размножают. Я тоже именно вот хочу себе сделать оленьи рога платицериум в корзине. Он в этом горшке в данный момент смотрится хорошо. Но мне же хочется, чтобы он... Ему куда-то надо лезть, как-то размножаться. У меня есть место одно, где я могу повесить корзину. И как раз вот для того, чтобы он со всех сторон был вот, вот такими красивыми ваями укутан. Что мне нужно для этого? Мне нужно для этого сначала... Сначала мне нужно как-то вытащить и поделить растения. Одну часть мы будем сажать в корзину. Так. Пьет он много воды? Ну да, пьет вроде бы как много воды. Так. Вытащим его аккуратненько. Горшочек для него этот, конечно, маловат. А вот это мы будем сажать в корзину. Так, листик с корешком оторвал. Так, что я, значит, тут решил с корзиной? Корзина. Взял, положил сетку сюда, на всякий случай, чтобы... Наш грунт не проваливался. Кокосовый вот этот подложку. Возвращаем сюда. Подложку. Так, кокосовую подложку. Так, у меня есть возможность... Это все замачивать. Вот. И мне нравится, что на Красной Ниве они вот здесь вылазят, эти рога. Потом аккуратненько их снимают и на размножение. Ой, сколько грязи, караул. Так. Так. Вот так сделаем, да? Примерим, как его положить можно будет. Ну, сядет отлично. Ну, тут хорошо будет. Кстати. О-о-о. Кстати, хорошо. Так. Что по поводу грунта? Грунт. Я вам сейчас вставлю видеоролик. Так, ну вот, друзья мои, намесил опять себе снова грунт. Значит, я покупаю кокосовые чипсы. Их размачиваю.
слегка, чтобы их разбить можно было. И выкладываю себе в мешок. Добавляю мох сфагнум. Рву его просто. И вот я сейчас нарезал прям большое количество сосновой коры. Тоже мешок купил. Сначала я расстроился, что такие крупные куски пришли, а потом думаю, не, хорошо, что тут вот где-то попадается вот кокосовое волокно. Нормально. Ну, папоротники завизжали от удовольствия, все счастливы, довольны. Укладываем грунт на дно. Крупные фракции. Так, господа, друзья, товарищи, тайцы, китайцы, что делают? Берут вот эти чайные мешочки для чая, для заваривать чай, и туда насыпают асмокот. Для того, чтобы он кормил растения. Вот. И потом они еще подкармливают их. Периодически подсовывают вот эти пакетики. Так, мы его так завернем. И вложим сейчас в растение. Каким образом нам его посадить? Положить, поставить. Давайте поставим его. Поставим. Вот так. Беру вот этот чайный пакетик и прячу прям к растению. И будем докладывать грунт. Грунт докладывать. Прям в корзине. Поставим. Видите, где я вырезал кусочек? Подкладываем наш грунт и укладываем грунт. Кокосовые чипсы, кокосовое волокно, мох сфагнум. Вот, тихо, не ломаться, друзья. Еще разломаю дорогущее растение. Сверху надо будет положить мох, чтобы он не сыпался, грунт кокосовый. Я думаю, что вот сейчас он расправится в течение какого-то времени и начнет красиво обрастать.
мне все-таки не нравится то, что он в горшке сидит. Не разберешь, не поймешь, чего как поделить. Вот эти вайки, смотрите, какие некрасивые. Должны быть красивые, ровненькие, гладенькие. Сверху еще подложу, обязательно подложу мох, вот так сверху прижмем. Так, ну вот что у нас получилось. Так, у нас будет корзина. У нас так. Корзина. Так, надо найти, где тебе прикрепить, чтобы не гуляли. Так, раз. Держись. Раз. Да, конечно, такие вещи нужно делать на улице, но... У нас нет такой возможности. Вот есть, где не будет гулять. У нас этот два. И где-то три надо найти. Где-то надо найти три. Вот есть три. Так. Вот. Вот. Аллилуйя. Все. Видите? Вот так вот. Получается, будет вот так. Так. Ну вот, друзья мои. Что у нас с этого получилось? Вот такая корзина. И я надеюсь, на следующий год у нас с этой стороны повылазит много оленьих рогов. Ура, наконец-таки у меня есть свой платицериум. Буду тебя любить, ухаживать за тобой, беречь тебя, мой хороший. Да. И я по первости не понимал, думал, боялся, вдруг буду переливать или еще что-нибудь. Но вот я смотрю, очень много, вот смотрите, сколько много всяких деток ползет. Вон. Тут, вон их везде, вон полным-полно, много маленьких деток. Все ползут, и это значит, говорит о чем? И вайки все целенькие, никакие не дряблые, не мягкие, не... Никакие, все цвет, у всех цвет хороший. Это говорит о том, что все-таки было принято правильное решение. Растению понравилось, растение довольно. Вот. И такой полив его не пугает. Наш весь горшок висячий. Мне очень нравится то, что, видите, вот очень много вот таких деток ползет. А это, значит, говорит о том, что ему хорошо. Листья, по-моему. Я сначала боялся, что это слишком много будет. Ну, видите, за неделю он все это поглощает. Все это жидкость.
хорошая. Мой новый питомник. Вот так. До утра. До утра повесит, полежит здесь, вода уйдет, все излишки, чтобы не капать. И обратно повесим на место, где висит. Ой, красавец, какой он красивый. Молодец. О, тяжелый как стал сразу. Оба. Так, ты мне тоже вставай. Привет, мои други и подруги. Друзья мои, ну что, 2 месяца, как у меня Платицериум висит в подвешенном виде в этой корзине. Немножко было страшновато его поливать, заливать в душе. Но все оказывается не так страшно, все просто. Смело можно это делать. Ваи очень хорошо к этому отнеслись. Все крепкие, все жесткие. Никто не паник, никто не гниет. Мне кажется, 2 месяца достаточно убедиться в том, что такой уход этому растению подходит. Плюс ко всему, что меня очень радует, здесь очень-очень много вот лезет, видите, молоденьких вот здесь везде ваечек, много-много-много, вот везде-везде-везде, тут, прям очень много. Он не простил за то, что я его отщипнул от него кусочек и на коряшку посадил, но все же, где я ему место придумал, он, конечно же, висит, ему там понравилось. Там не очень светло сейчас, потому что день все-таки как-никак уже короткий. Но все равно он справляется хорошо. Думаю, если вайки лезут, да, вот молодняк весь, так много вот этого молодняка полезло, все бодренькие, все хорошо себя чувствуют, значит, ему там достаточно освещения. Вот, очень тяжелая, как после полива, корзина, очень тяжелая. Хорошо, что я, кстати, на дно положил вот эту сеточку, потому что ничего не сыпется, вот так тряси, не тряси, ничего не сыпется, ни грязи не создает, на голову ничего не падает. Как раз и где он висит у меня в данный момент, там прохожу, он там висит. Ну что, уходим в зиму с этой корзиной. Буду о нем заботиться, его лелеять, выращивать, отращивать, кормить, подкармливать. Пока, кроме вкусняшек, которые я зарыл вовнутрь, кроме них пока ничего не пользуюсь, не подкармливаю ничем. И поливал только водичкой. Я думаю, что весной, когда я уже буду обильно поливать свои растения, так как я же в больших объемах развожу там вкусняшки в ведрах, я буду просто ставить его дном в ведро, чтобы он насыщался, напитывался водичкой вкусной. И будет хорошо. Вот. Ура! Наконец-таки моя мечта сбылась. У меня будет свой платицериум. Берегите себя и своих близких. Всем до новых встреч. Пока!